мы сейчас стали одним из самых крупных музеев Подмосковья. Хорошая посещаемость, на хорошем счету руководство. У нас создано 5 музеев на территории заповедника. Много праздников проходит. Это и Пушкинский праздник, и фестиваль «Традиция», и фестиваль окончания Великой Смуты на Руси, и «Масленица». Работать интересно, вот, мы времени мы не замечаем. Знаете, когда в свое время были вот эти перестройки, 90-е годы, жуткие годы, там все было по карточкам, там, а мы как-то это и не заметили, как-то они пролетели, потому что занимались любимым делом. Собирали экспонаты, комплектовали фонды свои, занимались реставрацией. Стал образом жизни музей. Уже без музея себе не представляешь, как вообще жить, как существовать, потому что мы настолько уже привыкли, настолько сроднились, это, знаете, как любимый ребенок. Поэтому мы стараемся как можно больше сделать для музея, для самого, чтобы он жил, чтобы он развивался. Фактически вся жизнь прошла здесь. Ну, 35 лет работы музея – это что-то такое значит. Если человек устраивается на работу в музее, если он проработал 3 года, он уже никогда из музея не уйдет. Потому что это настолько затягивает, ты становишься уже зомбированным музеем. –